Привет, друзья! Привет! Добро пожаловать на наш семейный канал Funny Four. Сегодня мы будем играть в Дженгу землетрясение. Да. Такая игра. Собираем? Да. О. Кубики. Так. Эта игра, кстати, с такой подставочки, которая фиксирует землетрясение. И на нее мы будем набирать башню, собирать из кубиков. Вот так, только смотрите, ровно, иначе игра не получится. Так, Никите на очередь. Вот. Мы собрали башню, и теперь по очереди будем вытаскивать по кирпичику. Никита точно проиграет. И у кого обрушится, тот и проиграет. Но каждый кирпичик нужно будет накладывать сверху ровненько. Понятно? И следить за тем, чтобы равновесие. Понимаем, снизу и кладем сверху аккуратно. И когда будет это трястись, у кого-то, возможно, вся башня свалится. Ну, соответственно, проиграет тот, у кого башня свалится, разрушится. Лиз, как ты думаешь, кто проиграет? Ты? Никита! Лизочка, ты что, думаешь, что ты опять проиграешь, да? Он просто Никите папа помогает, а тебе никто не помогает, да? Начинаем с самого маленького. Но ее передвигать нельзя, башню. Нельзя, нужно будет как-то приставать. Никит, давай мы с тобой, знаешь, какую вот такую достанем? Смотри, Никит, вот такую мы с тобой берем. Честно-честно. Кладем посерединке. Теперь Лизочкина очередь. Лиз, твоя очередь. Аккуратненько вытаскивай такую, чтобы не упало ничего. Очень аккуратненько. Лизочка, получается. Лизочка, давай сейчас мы поможем чуть-чуть Лизочке. Давай, Лизочка, бери, помогай. Только бери. Очень аккуратно тащи. Тащи аккуратно. Ну, давай, смелее, смелее, не бойся. Тащи, не бойся. Ну все самой. Вот эту придерживай. Да, придерживай. О, как затрещало, да? Клади сверху. Да, теперь Коля. Подождите, Лизочка не положила. Не положила. Вот так, молодец, Лизочка. Начинай. Теперь Коля. Это ты какую-то совсем опасную взял, Коль. Не опасно. Коля, вообще. Вообще там три палки уже достали оттуда. Сонечка. Сонечка. Это было не опасно. Прямо совсем опасно. Почему вы все снизу вытаскиваете? Никит. Давайте. Никит, ну вы повыше берите. С тобой? Может быть, давай вот такую попробуем? Угу. Давай такую попробуем. Я сам, пап. Ты сам. Скоро пойдем, скоро. Маленький, не трогай. Давай мне, теперь я положу наверх. А то разрушится, Никита, если разрушится, то ты проиграешь. Давай мы отсюда для баланса положим. Помоги, я. Да, выбирай, Лидочка, какую ты хочешь достать. Дети, аккуратнее, не толкайте стол. Не толкайте стол, не толкайте. Такую? Да. Давай мы с тобой вот отсюда. Ой. Страшно. Страшно. Вот это по... Хорошо пошла, Лиза, доставай эту аккуратненько. Аккуратненько. Так, клади теперь сверху. Сверху надо положить аккуратно. Посиди, Лиз! Только смотри, не урони башню. Я не могу. Аккуратно, не бойся, не бойся. Вот, все, все. Коля, молодец. Моя очередь, моя очередь. О, Коля какой-то мастер. Он мастер просто, Дженги. Он просто видит свободные палочки и достает их. Вот так, вытаскивай, тащи, тащи, давай, вот так. Я мастер в этой игре. Ну, скоро молодец, няня, она качается. Не дергайте стол, не толкайте стол. Это ловушка. Так, теперь Никите на очередь. Ой, включилась. Бери, Никит, бери. Бери, Никит, вот это, бери. Моя ловушка сработает. Серенькую, серенькую. Бери, давай. Нет, это точно развалит. Хорошая, бери, бери, маленький, бери такой. Моя ловушка. Бери, бери, да, эту, бери, бери. Молодец, молодец, Никита. Ловушка должна сработать. Ну, и кто после этого мастер? Лизочка, давай. Лиза вот эту достает. Лизочка. Давай, давай, тяни, не бойся. Не бойся, не бойся. Ой. Не бойся, не бойся, не бойся. Теперь сверху клади аккуратно. С краю, блин, положила. Так, так, теперь Коля. Коля. Давай. Я очень, чтобы она не развалилась. Мою очередь. Вот это дребезжалочка. Землетрясение какое. Так, Коля, ну, достал. Вообще, у нас Коль, прям... теперь нажимай эту кнопку сбоку. Это? Да. Нажимай. А зачем? Чтобы дребезжание было. Все, отпускай ее. Ну давай, Соня. О-о-о! Какую ты сделала опасную. Ну если все, теперь точно не стоит. Оно скоро. Это ловушка. Коля, такая, толкай, это ну, такая как? Ловушка. Ловушка или ловушка? Какая ловушка? Лягушка. Сняла, как она упала. Соня проиграла. Нет. Нет, это не Соня. Никита потянулся за кубиком и все упало, потому что Соня сделала настоящую серьезную ловушку, и мы не успели снять. Серьезную ловушку. Лягушку. Собираем снова. Так, в первом раунде победила Соня. Она сделала ловушечку хорошую, а Никита все разрушил. Так, кто начинает второй Никита. Раунд? Никита. Давай, Никита. Нет, Лиза, потому что Никита уже прошел.
Аккуратнее, аккуратнее, а то сейчас сразу же закончится первый раунд. Ха, Никита это сделал! Молодец. Выбирай, маленькая, какой тебе нравится? Это моя. Давай, аккуратненько, папульчик, помоги. Это Лиза на лобушку. Лизочка, тяни. Бери, маленькая. Тяни. Тяни, тяни, ой! Клади сверху. Папа, я Коля. Сереж, ты сейчас скоро вытащу. Ты пукаешь, да? Клади. Давай, Сонечка. Выиграть. Соня, ты такие опасные делаешь потом в башне. Смотри, смотри, сейчас упадет. Коля, не надо. Коля, специально не надо толкать так, нечестно. Кто специально делает, тот проиграет. Не трогай, Соня, не трогай. Не трогай, Соня. Так, ну все понятно, сейчас Никита все разрушит. Давай, бери, бери, бери. Давай, давай, все. Я выиграла! Так, ну что, мы решили, что папа с Никитой должны уйти, иначе Никита нам все портит, он просто рушит эту башню. И я выиграл два раза. И сейчас мы поиграем просто Соня и Коля. Посмотрим, кто из них настоящий мастер. Первый начинает Коля, потому что младший. Давай. Так, аккуратненько. Так, Сонечка, так смело. У нее даже не задрожало ни в одном месте башня. Коля. Зачем что такую опасную сделал штуку? Ну все. Я специально для Сони. Ну, чтобы была интрига, да? Аня-ня. А Соня, по-моему, тоже. Ой-ой, как опасно. Что же вы делаете? Давай, Коля. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, Коля... Нашел все-таки кирпичик нужный. Какое? Давай, Соня, придумай что-нибудь. Ой-ой. Не, вот это. Хитренькая. Давай, Коля. Коля, по-моему, тоже не из простачков. О, что же вы делаете, дети? Аж мне страшно. Да. Так. И Соня, все. Очень хитрый. Так, и все. Так, еще нужно сверху положить так, чтобы равновесие держалось. Коля, Коля, по одной, нельзя. По одной. Не надо пробовать, нет, Коля. Сверхушки пробовать нельзя. Нет, с верхушки можно. Нет, он нельзя. Ну, тогда зачем ты сделал с верхушки? Мама, это не верхушка. Ну, ладно. Самые верхушки. Угу. Давай, Сань. Так. Упадет. Не-не-не. Значит. Вот это, да, правильно. Так. О! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, Оля, что ж ты делаешь? Упадет! Я выиграла! Крутая игра, да, дети? Да, потому что я выиграла. Ну что, скажем, до свидания? Я выиграла. Да. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До свидания!